Наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск радиоблога. И его я хотел бы начать с того, что вот только буквально полчаса назад мы выставили в своем ТВ-клубе «Континент», о котором вы наслышаны. Я надеюсь, что среди слушателей «Народной волны» есть и слушатели подкаста «Континента». И вот там только что опубликована моя беседа с Михаилом Веллером. Его не надо представлять особо. Это, понятно, человек, который привлекает к себе максимального внимания и в своей стране, где он живет, а он сейчас находится в Таллине, и далеко за пределами. Так что предлагаю послушать. Кстати говоря, послушать, пока все может быть. YouTube ведет себя очень-очень нехорошо, как и Facebook, как и многие другие социальные сети. Ну, а сегодня я с другим Михаилом, моим другом Михаилом Герштейном, блогером, публицистом, жителем, я бы сказал бы, мятежного, но нет, он не мятежный, он пока еще унылый и по показателям, и по прочим каким-то вещам. Штат называется он, Нью-Джерси. Но, тем не менее, там светлые люди существуют. Вот Михаил в частности. Михаил, привет. Привет, привет. С прошедшим Новым годом. Да, 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 да. Но это имеется в виду все-таки... Ты поздравил наших слушателей, и я их хотел бы поздравить с тем же, шана това, и сладкого вам всем, и счастливого года, чтобы никаких ковидов, пожалуйста. Да. Миша, ну, за то время, скажем, такое не сильно длинное, долгое, пока мы с тобой не были вот в эфире «Народной волны», произошло немало событий, и я думаю, что самое время... Ну, мы не будем эти песни какие-то памятные там петь, ушедшие, но о ней надо, наверное, сказать пару-тройку слов. Ну, это сейчас у нас главное событие, потому что все всполошились, что Рут Гинзбург в пятницу вечером умерла, судья Верховного суда, и народ тут же переполошился. Ну, скажем так, историю Рут Гинзбург сейчас рассказывать не надо, про нее все уже все рассказали. Женщина, конечно, была выдающаяся, ничего тут не скажешь, потому что она в свою пробралась, можно сказать, проложила дорогу женщинам, и, как в этом, как было в «Кавказской пленнице», красавица. Комсомолка, да, вот, спортсменка-комсомолка, да. Еврейка, мать и женщина, вот, которая, да, да, ну и да, закончила большая сторонница абортов и прочих вещей. Не, ну это ее личные взгляды, а то, что она смогла пробиться, и одна из первых, и, в общем, в то время, когда в Америке царил, в общем, не только расизм, но и антисемитизм достаточно сильно. И у нее же, ее даже после университета не хотели никуда брать на работу. Она смогла все-таки. И потом в 93-м году ее Билл Клинтон выдвинул в Верховный суд. Но, к сожалению, я должен сказать, что последние 2-3 года она повела себя уже не очень хорошо. Потому что, скажем так, она сейчас, единственное сравнение с ней на ум приходит, это Джон Маккейн. Вот. Потому что она уже была сильно преклонного возраста, когда Трамп стал президентом, и со здоровьем у нее уже был не очень. И постоянно было то у нее то болело, то все. Ну, что понятно, у человека 84-85 лет, понятное дело, что мало здоровых людей в этом возрасте. Вот. И она очень много времени пропустила, очень много заседаний Верховного суда пропустила, в больнице лежала с разными болезнями. И, в принципе, люди, которые так себя ведут, ну, в смысле, не могут работать, они уходят в отставку. Но, как и Джон Маккейн, из-за ненависти к Трампу, потому что она считала, что Трамп — это
как это, аберрация. То есть она не посчитала, что это народ выбрал, что это выбранный президент, хотя она, в общем, верховный, один из верховных судей, которые должны следовать Конституции. Она считала, что Трамп — это какое-то недоразумение, поэтому пыталась изо всех сил дожить до конца его президентства. Вот. Но, к сожалению, этого не получилось. И теперь, как и Джон Маккейн, который держал Трампа заложником Сенат, и Трампа заложником практически год, когда у него обнаружилась эта болезнь, он перестал ходить на заседание Сената, перестал голосовать. Один раз он пришел, как все помнят, пальцем показал вниз, когда голосовали за банкир. После этого он уже с конца декабря 2017 года и до своей кончины в Сенате не показывался, но место держал себе. Поэтому там получилось, а тогда было 51-49 соотношение, и силы, и при отсутствии его голоса было 50-49, и любое колебание Сьюзен Коллинс или Лизы Мурковски приводило к тому, что Митч МакКоннелл ни одного решения провести не мог. Именно из-за того, что Маккейн не ушел в отставку, не отдал место кому-то еще. Вот. Ну, и ты скажешь, самое... Маккейн Маккейном, давай. Я тут пришло, знаешь, что на ум, пока ты это говорил, что вот, оказывается, ненависть куда более сильное чувство, чем любовь, да? Да. Что она делает с людьми? Ну вот, и Рут Гинзбург точно так же не хотела отдавать Трампу, давать Трампу возможность выдвинуть кого-то еще в Верховный суд, и пыталась держаться до последнего, и даже, как вот написали, уже на смертном одре говорила, что, ну, только не дайте ему назначить. Вот. Но это, конечно, с точки зрения такой уважаемой, выдающейся женщины, поступок совершенно неприглядный, поведение. Вот. Но... Посмотрим. Теперь сейчас все в итоге все очень сильно обострилось, потому что Пелоси и Шумер, они, естественно, слегка впали в ступор, потому что они не рассчитывали, что Гинзбург так себя поведет. И потому что до выборов еще полтора месяца, и, в принципе, Сенат может успеть утвердить новую кандидатуру. И причем Митч МакКоннелл сразу, как только пришло известие о том, что Гинзбург умерла, выступил с заявлением, которое, ну, дань уважения. Последняя фраза в этом заявлении была, что Сенат будет голосовать за кандидатуру, предложенную Трампом. Вот, и тут началось, в лицемерии обвинения, во всех смертных грехах. Как же так? Вспомнили Обаму в 16-м году. Когда... Ну, Обаму в 16-м году, вот как раз они же вспомнили не все. Значит, конечно. С Обамой в 16-м году ситуация была как? Во-первых, президент был демократ, сенат, большинство в сенате, большинство было республиканское. И республиканский сенат имеет право, они определяют повестку, собственно. Для этого в этом, собственно, и заключается преимущество того, что одна из партий контролирует сенат. И МакКоннелл говорил, что мы в выборный год это делать не будем. И ссылался, как ни странно, на того же Джо Байдена, который, потому что тогда все возмущались, а Джо Байден в 92-м году, когда Буш-старший пытался кого-то выставить, вместо кого, кстати, назначили, по-моему, в 93-м году Гинзбург, вот, он говорил, что нет, нельзя в выборный год ни в коем случае. А та же Гинзбург, Рут Гинзбург говорила, сейчас везде эти записи ходят, она говорила, что президент, он президент не 3 года, а 4 года, поэтому нечего ограничивать, раз он имеет право выставить, значит, нужно за кандидатуру голосовать. Поэтому тут получилось, что МакКоннелл ссылался на Байдена образца 92-го года, а Трамп может сослаться смело на Гинзбург. Вообще, это было бы комично и смешно, если бы не было грустно, потому что теперь... вокруг этой темы возник такой, как сейчас говорят, хайп невероятный. И
угрозы, угрозы самое интересное. Там знаменитая оказия вообще готова народ на улице, если запросить, если вдруг назначат кого-то. В масках. Да, но это же не вот это вот движение, которое было, поэтому тут все в масках должны выходить. Ну, в масках. Кстати, обязательно маску иметь, если ты идешь грабить магазин какой-нибудь. Да. Да? Только какую вопрос? Это уже не важно. В этом магазине и украдешь. Ну, вот. Хорошо, я тебя отвлек немного. Но сейчас начинается, конечно, да, как ты правильно говоришь, что начался такой огромный ажиотаж, и те, и другие уже насобирали за выходные кучу денег. Вот. Ну, и те, и другие жалуются, что демократы жалуются, что республиканцы много насобирали, республиканцы жалуются, что демократы очень много насобирали. Но насобирали, потому что одни за то, что дайте нам выдвинуть своего кандидата, а другие, что не дадим до выборов. Вот. И тут еще сейчас ходят опять идеи импичмента. В этот раз Пелоси пытается объявить импичмент то ли Трампу, то ли Уильяму Барру, генеральному прокурору. Ну, просто чтобы... Потому что, когда объявляют импичмент, после этого Сенат должен его рассматривать. Раз они будут все там сидеть заняты, они не смогут голосовать за кандидата. Так и выборы зачем тогда? Будем импичментом заниматься. Так же, как когда пандемия уже была, а у них тема импичмента была. Да, но тут проблема одна в том, что они же сейчас пытаются одновременно пытаются демократы переломить, перевернуть Сенат немножко, потому что в этом году получается, сколько там, 25 республиканцев и 9 демократов идут на перевыборы, поэтому вероятность флуктуации достаточно велика. Если сейчас будут объявлять импичмент, то все эти демократы, которые пытаются, во-первых, МакКоннелл затянет этот процесс, потому что он не может, он не хочет отдавать, естественно, большинство не хочет отдавать, естественно, демократам, потому что все сидящие сенаторы должны будут бегать и кричать и агитировать, с одной стороны. С другой стороны, несколько демократов в штатах, таких вот как бы ни шатка, ни валка, они там не уверены. Ну, тот же Даг Джонс в Алабаме, еще там один-два, которые тоже, они тоже не очень хотят, чтобы их посадили за импичмент голосовать, обсуждать очередной. Поэтому, ну, разговоров сейчас много, все друг друга сейчас поливают, а на самом деле, в общем, то, что Трамп может выдвинуть новую кандидатуру в Верховный суд, это его, в общем, конституционное право. И, скажем, пытаться его объявлять ему импичмент, чтобы лишить его этого конституционного права, это вообще смешно. Это глупо, и вообще, в принципе, нету ни одной законодательной какой-нибудь бумаги на сей счет, или в Конституции не прописано, о том, что президент не имеет права, но Пелоси та же говорит, он хромая утка, он уже хромая утка, да. И нечего ему... И вот опять те же доводы. Причем, вот действительно, что удивительно, да, идут какие-то ссылки, идут всевозможные, вот как ты говоришь, одни вспоминают одно, другие другое, но по сути никто не говорит о том, что существуют законы. И если законы позволяют делать те или иные вещи президенту, то он делает. И вот ты привел пример, что Сенат вот в данном случае может делать вот так, как удобно в данном случае тем, кто сейчас там руководит, так? То в то же время Конгресс, известно нам, вот что происходит с этим пакетом помощи. Ну, ничего не происходит. Но тут, кстати, я хочу вернуться еще к одной вещи с Сенатом и с Конгрессом, что они...
сейчас же из-за того, что они пытаются делать это голосование по почте, и вообще там с голосованием полная неразбериха с предстоящим, очень большая вероятность, что многие штаты, в них дело дойдет до Верховного суда. И когда в Верховном суде 8 человек, и 4 на 4, может быть, вполне учитывая эту проститутку Робертс. Ну что ты так? Что ж ты так? Вот. Тогда хотя бы мужским назвал его. Ну, проститут. Ну, жиголо. Хорошо. Вот, учитывая его непримиримую позицию, которая непредсказуемую позицию, легко может получиться 4 на 4. Вот. И это получится, что вообще как бы останется без президента страна. И, ну, президент Пелоси все равно не получится. Пелоси готова всегда. Президент Пелоси не получится тогда, как я уже рассказывал, но тем не менее, как бы ситуация достаточно своеобразная. Вот. И в таких условиях, мы все помним, что было во Флориде в 2000 году, по крайней мере, большинство из нас. И ситуация, может быть, одной Флориды может не обойтись, тем более, что во Флориде сейчас Блумберг поддерживает флоридскую экономику, поднимает, тратит там 100 миллионов долларов на борьбу с Трампом. Вот. Не знаю, какую там экономику, он там, это либеральная пресса сейчас руки потирает, зарабатывает на этом хорошо. Деньги же куда-то платятся, значит, они идут... Активистам ты имеешь в виду? Да. Ну, они же идут, они печатают там чего-то, они деньги идут же в экономику. Потраченные деньги, они же куда-то уходят, вот. Да. Значит, и... Ну-ка, понятное дело, что он там что-то отмывает тоже, он же тот еще жулик. Ну, вот. все нехорошие. Ну, смотри, действительно, там во Флориде, может быть, коллизия возникнет. Вообще, интересный момент, что теперь-то уже никто не полагается на какие-то рейтинги, да, и на вот эти всякие выкладки. Ну, замолчали, потому что цифры не те цифры. Цифры не те, а Расмуссен вообще взял им и просто гадость такую для трампофобов сделал, что 53% у него одобрения сейчас. Да. Но сейчас еще он выдвинет судью, и будет 55 или 60, поэтому... Ну да, тем более у него есть достойные кандидаты, давай о них не говорить, потому что все-таки... Ну мы не знаем, кого. Пусть он их сначала озвучит, потому что сказал, что это будет на днях буквально. Он сказал, сегодня с утра он сказал, что это в пятницу или в субботу. Субботу, да, я читал. Вот. Ну... В тот раз, кстати, считали, что Эми Барретт будет, когда Кавана выдвинули. Посмотрим сейчас. Сейчас какой-то ажиотаж еще по поводу вот этой вот кубинского происхождения. Но я не знаю. Я надеюсь, что все-таки будет Эми Барретт, но узнаем. Мы не будем вдаваться, узнаем. Да, конечно. Ну хорошо. С судейными делами это понятно. Что вообще происходит по части подготовки к необычным дебатам, я бы это так сказал. Потому что обычные дебаты, когда два полноценных человека выходят на сцену, им, ну да, там мухлёж тоже был с той же Хиллари, когда и заранее вопросы дали и так далее. Но, тем не менее, все равно два человека присутствуют. Ну, да, там запросы дали ей не во время дебатов с Трампом все-таки. Там были вопросы во время там праймерис. Вот, поэтому... Ну, неважно. Ну, я не исключаю, что и с трамповскими там тоже не все было чисто. Неважно. Там проходили, в принципе, они оба как настоящие бойцы, как только ринга не было и перчаток, а все остальное было. Вот что сейчас будет, как ты полагаешь? Ну как, сейчас, как мы знаем, Байден отвечает на вопросы по телепромту, как это нам все показали, потому что, поэтому что будет, непонятно. Непонятно, как он может продержаться на этих дебатах 2 часа,
Трамп еще пытается продавить четвертые дебаты. А, да, я читал. Вот. Но пока что даже на CNN уже наехали за то, что... Там же был таунхолл с Байденом. Наехали за то, что, как это был, софтбол. То есть задавали ему... Ничего ему там серьезного особенно не задавали. Вот. Но как бы берегли кандидата, потому что ему нервничать нельзя. Вот. Но я не знаю, это очень странно, потому что тут появилась информация, что откуда-то из штаба Харрис произошла утечка о том, что она список ее Harris Administration. Вот, то есть администрация Харрис, поэтому, то есть разговор о том, что Байдена отправят в отставку, если он вдруг выиграет на второй день, уже такое ощущение, что это уже реальность. Ну, вот. Там сколько уже оговорок, как говорится, по Фрейду было, и у него, и у нее, это же вообще... Ну, у нее меньше, она почти вообще сейчас молчит, вот. Нет, но она тоже заявила как-то, что потом она поправила себя, что... Что ее то есть это ни для кого не секрет, всем понятно, но дело в том, что у многих есть по сей день сомнения, у меня в том числе, что будут ли вообще эти дебаты, то есть не найдется благовидного предлога для того, чтобы их не иметь. Ну, благовидный предлог, как ты уже видишь, уже 53%. Значит, будет благовидный предлог, будет 55 или 56%. Поэтому Трамп же разъезжает по стране, выступает, не так, конечно, активно, как там 4 года назад из-за ковида, но разъезжает, а Байден же не разъезжает, он иногда появляется по телевизору, его оттуда быстро забирают, пока он там что-то не сказал, вот, поэтому вообще непонятно, как бы, то есть Трамп дебатирует, в общем, ну, как это, Трамп борется против призрака там какого-то, если уж так говорить. Вот. Поэтому не очень понятно и очень неприятная ситуация, потому что ну, в общем, позорно, потому что, скажем, если мы даже посмотрим на выборы 4-летней давности, и Хиллари, и Трамп, они все-таки были хоть, ну, скажем, не очень суперпопулярными кандидатами тогда, но по сравнению с Байденом они все, как бы, это были совсем другие выборы все-таки, с одной стороны. С другой стороны, Байден, которыми там за веревочку сейчас дергает, я не знаю уж кто, который говорит, что там он нам уже запретил и частные школы, и он тут рассказал, что маски могут все, он может запретить, не запретить, а заставить всех носить маски. Сначала он сказал, что не может, потом он сказал, что нет, он посовещался со своими советниками, они сказали, нет, может, то есть он хочет ввести мандат на обязательное ношение масок, причем мне совсем неизвестно, как никто ж так толком и не доказал, что эти маски чему-то помогают, кроме того, что делают хуже, у людей давление поднимается и так далее, но неважно. Но Все это наблюдать печально и невольно, я не специально, но невольно ассоциация с неким господином, товарищем, точнее, помнишь, такой был Константин Устинович Черненко, когда эти притащили в больничную палату, ну, он уже задыхал, его было жалко просто, по сути, на него смотреть, потому что человек уже, это был уходящий, как ни относись, но... Вот пока еще до этого не дошло, но уже близко. И вот зачем эти муки страдания, вот тут трудно сказать. Ну, может быть, мы после перерыва найдем правильные слова, как это объяснить. А пока послушаем рекламы и до новых сообщений от нас. Возвращаемся в радиоблог. И продолжаем. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Ну, а пока продолжим. Продолжим. Ну, я для начала напомню, что у нас со мною в виртуальной студии Михаил Герштейн, блогер, публицист. Кстати, не забывайте заходить на его блог, потому что там периодически появляются новые
новые его статьи. Правда, как он обещал, обещанного 3 года ждут. Он в прошлый раз сказал, что будет чаще, но... Но чаще еще не наступило. Да, и мне пришла записка, пока был перерыв, где можно послушать вот этот эфир с Михаилом Веллером, с твоим тезкой. Так вот, напоминаю, все очень просто. Зайдите в Ютубе, наберите по-русски, можно набрать ТВ Клуб Континент. И вы увидите, что сразу вам на глаза попадется. Либо... Заходите на Facebook, там в интернет-газету «Континент», и там тоже найдете все нужные ссылки и тот самый линк, который приведет вас в итоге. Если не уберут, потому что одну беседу с Веллером убрал YouTube. Ну да, я уже жаловался на это, но будем надеяться. Цензура не дремлет, и, кстати... Это одна из тем, которую мы тоже хотели с тобой сегодня обсудить. Да, мы хотели, особенно учитывая, что у нас в студии, у тебя, у вас в студии живая жертва фейсбучной цензуры находится, вот Сергей, да, который, насколько Сергей... На 30 они... дней, но давайте, прежде чем мы продолжим эту тему, да. Давайте примем звонок. Хорошо, пожалуйста. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Не дождался, в последнюю секунду отключился. Да, на 30 дней меня заблокировали за совершенно... Я сделал репост фотографии на одной фотографии, ну, то есть такая компиляция, на одном снимке Трамп с Нетаньяху пожимает руку, как бы так, в таком хай-файв. И еще 3 снимка, это Обама с Фараханом, Обама с Селом Шарптоном, и Обама с Джеремайя Райтом, и там у них коротенькие цитаты приведены. Ну, в общем, вот за это меня на 30 дней забанили. И все-таки давайте примем звонок. Добрый день. Здравствуйте. Знаете, я извиняюсь даже, потому что вопрос совершенно не животрепещущий. Но мне интересно все-таки ваше мнение. Вот действительно она была выдающаяся, это Рус Гинзбург, но с другой стороны... как она с ее нормальными мозгами, то есть умный человек, активный и все прочее, до конца своей жизни не поняла и даже не видела, что наш президент Дональд Трамп такой проеврейский, произраильский и все прочее. Или это уже такая идеология, которая как бы как религия, которая верую, потому что верую и больше ничего. Что такое происходит вот в мозгах таких людей, что они голосуют за явных антисемитов и врагов Америки? Спасибо большое. Спасибо. Вы сами ответили практически. Да, 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 потому что, как это, как известно, что больших антисемитов, чем евреи, нету, да? Вот, поэтому некоторые. А, ну, анализ либеральных взглядов и, в общем, конечно, удивительно, как я уже говорил, для верховного судьи, от верховного судьи слышать заявление о том, что президент, этот президент, как бы это какое-то там аберрация, или как там она его называла, что какое-то недоразумение. Вот. То есть человек, который знает законы, знает конституцию, знает, как все происходит, и все видела, так вот говорить о законно выбранном президенте. Это, конечно, ну, это... просто говорит о том, что последнее, что ненависть сильнее всего остального. Но это... Миш, давай попробуем звонок. Да. Слушаем вас. Здравствуйте. Я хотел сказать чуть-чуть, может быть, в теме, но не совсем. Вы, наверное, слышали, может быть, видели. В Канаде, в Монреале, была около 100-тысячная марш людей, ну, по поводу отмены этих идиотских масочных ковидов и в поддержку Трампа. Вот что удивительно. Если, может быть, вы видели видео, я не знаю, но это, конечно, удивительно. У нас подобных маршей вообще не было. Да. Спасибо. Миша. Ну, Трамп популярен не только в Канаде, во французской, скажем так, но и в первую очередь в Израиле. Вот, Сергей коснулся этой темы, что он выставил фотографию Трампа с Нетаньяху, но все-таки... То, что они сделали, это вообще уникально, скажем, впервые за сколько, за 30, если не за 40 лет, вообще какие-то появились проблески надежды на Ближнем Востоке, и вот эта вот совершенно гениальная идея, которая
которые они решили осуществить, что, в общем, зачем договариваться, если Палестина не хочет договариваться, давайте договоримся со всеми остальными, тогда Палестине деваться будет некогда. Да это уже как бы до Трампа, ну, я думаю, что это дело рук Кушнера, но до них, до этого же не додумался никто. Ну, Что в этом такого как бы сложного? Нет, это кажется. Но дело в том, что нет, в идее самой. Сделать это сложно, а идея, в идее ничего. Нет. Ну, мы не знаем, кому копирайт эта идея принадлежит, так или иначе, конечно, и Кушнер поучаствовал здесь. Ну, а Трамп продавил это, как всегда, как он умеет, и своим авторитетом в арабском мире, кстати, немалым, и другими умениями, и посадил за стол действительно людей, которые уже, в принципе, созрели к тому, чтобы о чем-то договариваться. И смотри, что получается, когда его выдвинули на Нобелевскую премию мира. Ну, мы знаем цену этой премии, черт с ней, Обаме ее авансом давали, Арафату за то, что, видимо, за его террористическую деятельность, которую он якобы прекратил, и прочее, прочее. То есть цена ее известна, но, тем не менее, его выдвинули, и как тебе нравится наше Министерство правды и все остальные... Ну да, сразу сказали, что... Нет, как, они... The Atlantic, это вот тот, который выпустил до этого этот пасквиль про... насчет того, что Трамп не хотел ехать на кладбище военное, потому что они там сакеры и лузеры, или как там, вот, ну... просто такой пасквиль, не имеющий никакого отношения к действительности. Они же сказали, что все, нет, вообще, что такое это премия мира? Это вообще ерунда, нечего, она себя изжила, они сказали. Вместе с Трампом, понятно. У нас есть звонки, Сереж. Да. Слушаем вас. Сейчас я сделаю тише. Я вчера прочел на сайте BBC, что Трамп поднял тему компенсации по времени президентства, потому что ему мешали работать этим импичментом почти что 2 года. И там, в общем-то, если развивается дальше, он вообще может даже там 3 срока быть. Там выступил какой-то из высокопоставленных демократов, сказал, что это нарушение Конституции, но потом выступил юрист один, лоер, и сказал, что он имеет на это право. Мой вопрос такой. Не могли бы прояснить, какова вообще-то процедура в данном конкретном случае? Почему он для чего в том случае нужны сейчас выборы, если по закону он может это сделать? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. По закону он это сделать не может, то есть, как бы, потому что ему же не то, что мешали, это же не то, что его отстранили на 2 года от власти, и он ждал, то есть там и они ставили палки в колеса, и это, конечно, идет просто для того, чтобы сбить их с толку и объяснить, что, ну, как обычно, это идет. Трамп любит же создавать такой вот шум Он прекрасно троллит. Да. А его троллинг иногда воспринимается вот таким образом. Ну, у нас есть звонки. Попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да-да. Здравствуйте. Я хочу просто чуть-чуть информации это по делу. Вот это соглашение на Ближнем Востоке, которое произошло, невиданное, как мы сейчас можем утверждать, это точно. Но вот это говорит о том, что люди, которые это делали, глубоко знают законы войны. Сделано точно потому, как написано в книгах Сун Цзы, 6-5 век до нашей эры, это легендарный военачальник Китая, он говорил: не иди брать в лоб, пойди в обход. И вот сейчас началось в обход. И палестинцам некуда будет деваться. Но серьезно, вы можете поднять эту книгу, Сун Цзы. Но это без сомнения. Известное дело, да. Книжка великая, она почти как, то есть не то, что почти как, она предшественник, можно сказать, Нострадамуса, но более серьезному уровню, потому что в ней есть ответы на множество вопросов. То есть, ну, сравнение с Нострадамусом неправильно, но я имею в виду по тому, как по любому поводу там есть цитаты и правильные.
и совершенно уникальная в своем роде, потому что действительно 2,5 тысячи лет и все предусмотрел. Но это означает только, что законы войны не менялись на 2,5 тысячи лет. Вот тоже. Но я говорю, что а почему нельзя было вот до этой же простой мысли додуматься 40 лет назад? Ой, нельзя. Так, у нас есть вопрос. Вот это можно. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Спасибо за интересную передачу. У меня к вам такой вопрос. Вот этот Дюрем Репорт, все про него говорят, но до сих пор почему-то никого не вызывает этот Дюрем Репорт. Почему не вызывать сына Байдена? Почему самого Байдена не вызвать на конгресс слушания? Время идет, осталось полтора месяца, и до сих пор как-то республиканцы очень пассивно к этому всему. Вот к концу месяца, может быть, придет этот FBI, вот этот, который руководил. И настолько это все пассивно, и думаешь, ну почему же так? Это же такое время, когда можно, как говорится, показать всю их сущность. И я просто не понимаю, как-то мне кажется, почему. Или они, например, в самой республиканской партии люди против него, против Трампа, не хотят его поддерживать, или они боятся чего-то. Ну, хотел бы послушать ваше мнение. Спасибо, спасибо за вопрос. Вообще он риторический, потому что мы его сами... Да. Не, но тут надо сказать, что, к сожалению, вмешался очень сильно ковид со всеми этими, со всеми вытекающими из него последствиями, потому что правительство толком не работало полгода, и естественно, что в первую очередь не работали те, кто должен был работать. Это вот именно юристы, и вот весь этот аппарат. Министерство юстиции и так далее, которые должны были помогать Дюрему и все. Поэтому вместо мая-июня, когда ожидалось, все затянулось. Но ходят слухи, что предварительный репорт будет на этой неделе, потому что Коми вызвали на 30 сентября, то есть он пообещал прийти. Ну, естественно, он ничего не расскажет, поскольку он никогда ничего не толком ни на один вопрос не отвечал. А Мюллера тоже позвали, но Мюллер отказался. Поэтому посмотрим. Мюллер отказался. Да. Окей, ну хорошо. Мюллер, да. Ему надо вместе с Байденом, они в хорошую парочку будут. Можно 2 копейки вставить? Да, конечно. На самом деле все эти слушания в Сенате, они ничего не дают. По большому счету. Абсолютно ничего не дают. Вспомните, замгенпрокурора выступал Розенштайн. И что? Человек, который был по самые уши в этом заговоре, по самые уши. И что? Ну, прослушали его, он этого не знал. То же самое будет с Коми. Выйдет Коми туда, и этого я не помню, это я не знаю. Зато про него сейчас кино сняли. Называется «Коми's Rule». В этом, на шоу-тайме выходит, где... Трамп там каким-то зверем изображен, ну, да. Таким вот, ну, как они его любят, а Коми таким, герой такой. Значит, у меня вообще... Порвался с режимом, видимо. У меня вообще такое впечатление, что Линдзи Грэм играет, так сказать, в обе стороны, и вот эти его приглашения Коми и Розенштайна, это такая, вроде он что-то делает, хотя без каких-либо последствий абсолютно, никого не напрягают, никаких реферал не получается после слушаний. То есть, с одной стороны, он подыгрывает консервативной части своих избирателей, с другой стороны, он не хочет портить отношения с либеральной частью. Слушания прошли, ну, послушали, и что дальше? Да ничего дальше, дальше ничего не будет. Поэтому слушания в Конгрессе или в Сенате не имеют ровным счетом никакого смысла, за исключением, ну, когда, понимаете, вот слушания в Конгрессе были, когда вызывают свидетелей, которые, вот в частности по импичменту Трампа, которые наговаривали на него все, что можно наговорить, и все это транслируется по телевидению, то есть такое воздействие на массовое сознание, вот это имеет смысл, а практического смысла это не имеет. Ну, сознание, воздействие на массовое сознание у них тоже не получилось, как мы, потому что идея же была... Но, Миша, Сереж, понимаете, в чем дело? Тут, по крайней мере, публично это выходит за только рамки вот изданий, которые повторяют одни одну историю, другие другую. А тут люди, особенно, может быть, это важно, чтобы те независимые, не определившиеся, услышали. И, возможно, эти факты каким-то образом повлияют на их решение. Да, нет, но я тут должен сказать, что все-таки некоторые слушания
играют важную роль. Надо вспомнить слушание того же Мюллера, потому что, когда Мюллер выступил, демократическая партия была в шоке. К счастью, нашелся был этот несостоявшийся министр обороны Украины Александр Винман, который трижды несостоявшийся рассказал об этом в разговоре Трампа с Зеленским, из которого раздули очередную... Ну, это вообще, конечно. Но я не буду уже. Из-за чего, кстати, мы должны быть благодарны Пелоси и всей ее шайке за то, что Белый дом и вообще все были заняты импичментом и мало не могли заниматься толком борьбой с коронавирусом. Потому что большое спасибо. То есть вот эти вот 200 тысяч умерших, которые пытаются посадить на Трампа, надо сажать на Пелоси и на ее шайку. И на Адама Шифа с Джерри Надлером. Вот. Ну, не говоря уже о том, что наша славная CDC, как это расшифровывается, организация, которая занимается как раз всеми этими эпидемиями, рассказала, что на самом деле количество умерших именно от коронавируса составляет примерно 6% от тех, которые рассказали, что остальные это были либо просто им там написали коронавирус. Сопутствующие, так. Да, сопутствующие, а может и вообще как бы... А просто... может и приписанные, мы тоже это знаем. Добрый день, слушаем вас. А, быстро, Сергей, вы очень правы по поводу Линдзи Грэма. Давайте вспомним. А где доктор Форд? Как он грозился, когда гоняли Кавану по сессионному залу, разобраться с этим? Все умерло, одни брызги. Ну, его Кавана назначили уже, поэтому разбираться, с чем там разбираться. Они же... Тут дело в том, что надо не забывать все-таки, что Митч МакКоннелл, то есть, скажем, сколько бы Трамп ни президентствовал, самое главное, одним из главных результатов его президента это то, что больше 200, а может уже 300 судей поменяли или назначили консервативных по всей Америке, резко поменяли картину, судебную картину американской юриспруденции, картину американской юриспруденции, потому что даже вот этот вот девятый этот апелляционный суд и то сдвинулся вправо вдруг, что было совершенно немыслимо несколько лет назад, поэтому тут надо сказать, что слушание какие-нибудь допрос этой Форд или утверждение судьи, я думаю, что при прочих равных условиях МакКоннелл всегда бы выбирал утверждение судьи, потому что слушать, как она там будет дальше там что-то рассказывать, что она там вспомнила или не вспомнила 30-летней давности, уже совершенно никого не волновало, не интересует. А кстати, ну раз у нас нет излюбленного Аминати, ну, то, может быть, под конец ты поговорим о модели очередной, которая вдруг 30 лет или сколько спустя вспомнила о неподобающем поведении президента Трампа. Ну, они там вспоминают регулярно. Ну что, 30 лет назад он не был политиком, он был частным лицом. Да, вот. ну вел себя неприлично, говорит она. Ну, и что? И что? Вот именно. Ну, вот смотри. А опять же, кто-то инициировал это. Это же не просто так она вдруг из подворотни вышла и начала чего-то там говорить. Ну, значит, книгу... Это акт отчаяния, мне кажется, знаешь? Вот так. Ну, да. Хорошо, у нас есть звонок, попробуем принять еще вопросы. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы видели, показывали по телевизору, как Байден выступал в Верховной Раде и с угрозой, что если вы не прекратите дело Бурисмы и не снимете генерального прокурора, то вы не получите миллиард долларов. Это самое настоящее доказательство. Конечно. Но он не говорил про Бурисму, он говорил просто про прокурора. Не снимете генерального прокурора. Он все-таки тогда он что-то еще соображал, поэтому я думаю, что он Бурисму вслух не произносил. Но с Бурисмой вообще там очень интересно. То есть это такая мощная была
То есть, когда вот все постепенно раскручивается, видно, что Бурисма это был один из инструментов отмывания американских денег американскими же этим конгрессами, ну, всеми, кто был с этим завязан. Поэтому... Нет, такая прачечная была, ого. Да. Вот, поэтому, то есть не только там Украина отмывала, но и Америка. Поэтому, естественно, что там борются, чтобы ничего не вылезло. Но я думаю, что вылезет что-то еще. У нас же October Surprise, я надеюсь, еще будет какой-нибудь так пораньше, там, 1 октября. И надеюсь, что это будет не дурацкий этот тейп, который записали на Холливуд, что там был, как этот назывался? Ну, где там Трамп сказал какие-то... А, ну, понятно. Не, ну, с другой стороны, видишь, как сейчас интерпретируют. Это все якобы, якобы выглядит как неприличная вещь, как не, ну, то, что не может позволить себе политик именно, и тем более президент, такими методами добиваться уничижения соперника своего, понимаешь? То есть, если соперник даже в коррупции по уши погряз вместе со своим семейством, это, оказывается, не предмет для обсуждения вот перед самыми выборами, понимаешь? Ой, не, ну понятно, что потому что, как они говорили, что а потом после выборов, когда Трамп выиграет, я надеюсь, значит, скажут, что нельзя с Байденом разбираться, потому что это будет расправа с бывшим соперником. Точно так же, как с Клинтон было, что сначала, что это нельзя, это удар ниже пояса, а после этого нельзя, потому что это расправа с бывшим соперником. Все это уже пройдено давно. Ну, пройдено давно, но правда, мы уже не раз говорили, что вот я как-то тоже вот ту фразу Трампа до сих пор я вспоминаю без особого энтузиазма, когда он сказал, что он не собирается ее там преследовать и так далее. То есть это было, выглядело тоже, я бы сказал, не самым лучшим образом. Почему? Потому что, в принципе, если кто-то заслуживает каких-то наказаний за свои деяния, он должен их... Но он потом это уточнил, что если... Минюст, генеральный прокурор сочтет, будут расследовать, но просто попробуй там пробиться. Сейчас же из ушей, из-за головы Байдена опять уши Клинтон торчат вовсю, потому что единственное, что правда, как сейчас не очень понятно, кто там заправлял, потому что когда смотришь на то, сколько контролировал Байден, еще неизвестно, кто там был главней и почему поставили, собственно, Обаме Байдена и кто чем руководил тогда. Ой, ладно, обвинят нас в конспирологии и в потворстве таковой, но тем не менее. Заблокируют видео. Заблокируют видео, да, и так далее. Отключат от Ютуба. Сережу не выпустят из Фейсбука. Ну, в общем, будут меры приняты. Сейчас Парлер сказал, что это альтернатива Твиттеру, сказал, что у них будет бесцензурное освещение всех предвыборной кампании. Так что Парлер сейчас растет очень сильно и даже иногда не справляется с наплывом желающих. А если туда вдруг сейчас придет Трамп, то Твиттер может закрываться. Ну, это хорошо было бы, потому что, в принципе, хороших, нормальных площадок, где бы не осуществлялась вот та цензура, о которой мы все-таки упомянуть успели сегодня, было бы совсем неплохо. Ну, а у нас незаметно, но время подошло к концу. Так что еще раз, дорогие наши слушатели, земляки и неземляки, вас с Новым годом и всех благ. Миша, спасибо. Все, спасибо.